Привіт, друзі! Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему, а тема нашої сьогоднішньої розмови – по слідам міжнародного фольклорного фестивалю «З Болгарією в серці», який відбувся в місті Каварна в Болгарії. І у нас сьогодні в студії гості, які щойно повернулися з цього фестивалю і готові, друзі, поділитися з вами своїми враженнями. Голова Болгарського культурно-просвітницького центру Тирнавка Анатолій Волча, директор Тернівського будинку культури Юлія Любецька і учасниця колективу «Золотий колосок» Анастасія Іванова. Нагадую, що наші гості щойно повернулися з цього фестивалю і готові, друзі, поділитися з вами своїми враженнями. Друзі мої, здравствуйте! Ми раді привітати вас знову на рідній землі. Ви ще не отрісли болгарську пиль, тому що ви тільки що приїхали з цього замечательного фестивалю «З Болгарії в серці». І, Анатолій, ну, звісно, вам слово першому. І так, тільки що повернулися з фестивалю. Розказуйте. Ну, на цей фестиваль, він для нас став вже традиційним. Ми виступаємо на ньому вже 5-й рік підряд. Дай Бог, чтобы это был не последний, на это и надеемся, конечно же. Он не единственный, который мы посещаем, в котором участвуем, но он для нас стал уже своего рода таким родным фестивалем. Нас все там уже знают, все узнают, тот же организатор Илья Луков, народный певец Болгарии, нас встречает с распростертыми объятиями. Это очень, конечно же, приятно. Сам фестиваль проводится уже в 14-й раз, да, то есть опыт уже накоплен большой. Фестиваль с каждым годом становится все более представительным, разрастается и количественно, и качественно. В этом году, если в прошлом году было около 400 участников из-за рубежа, то в этом году это уже было более 800 участников, не считая представителей самой Болгарии. Цель фестиваля – объединение молодежи болгарского этноса со всех стран, диаспор, которые живут за пределами исторической родины. Как известно, украинская диаспора – самая большая диаспора в мире. Это не секрет ни для кого. Более 200 тысяч болгар проживают на территории Украины. И в этом году наша делегация была самая большая. Было более 400 участников именно из Украины. Конечно же, это Молдова, где тоже около 50 тысяч болгар проживает. У них тоже очень сильное представительство, очень хорошо сохранено все еще. Культура, традиция, быт. Они очень поддерживают это все. Было болгарская диаспора из Сербии, Румынии и Македонии. Праздник, фестиваль проходил два дня, три. 12 по 14, да, 14 числа было закрытие. В этом году немножко, скажем так, отошли от конкурсной основы, да, не было такого, как первое, второе, третье место. Были номинации за определенные номера, скажем так, за определенные, в определенных категориях давались призы. Мы привезли в этом году 4 номера. Это ездили наши ансамбли, нужно сказать, конечно же, «Золотой колосок», ансамбль, который художественный руководитель Юлия Николаевна Любецкая. И вот господа участница. Да, и Анастасия Иванова. Анастасия Иванова. Солистка. Солистка, да, этого ансамбля. И наш ансамбль «Чучулички», наш вокальный ансамбль, который уже тоже 4 года работает на базе нашего болгарского культурно-просветительского центра «Тирнавка». В этом году у нас обновился полностью состав. Скажем так, упор пошел на самое молодое поколение. У нас с 9 до 13 лет наши вокалисты и вокалистки. Ну, молодцы, уже успехов добиваются. Спасибо большое Ольге Сергеевне Хоревой, их художественному руководителю. Она ведет тоже большую работу совместно, проводится работа это с Терновским домом культура в тесной творческой такой упряжке. Подготовили 4 номера, 2 номера были чисто вокальных, «Чучулички» пели болгарские народные песни, это «Кич Сабуйна Лобода» и «Чи это вам умечи». И 2 номера было совместных вокально-хореографических постановки. Это наша знаменитая терновская «Малили», которую любят все, знают все терновчане, слава богу, помнят. Мы несколько лет назад дали вторую жизнь, записавши качественную фонограмму у профессионального болгарского ансамбля народных инструментов в Одессе. И таким образом, да, и фишка, скажем так, в этом году у нас была то, что мы сделали песню с танцем София Ротару.
«Аист на крыше». Мы ее перевели на болгарский язык. Ух ты. Да, эта песня очень красивая, знаковая, символичная. И в том году, когда мы ее первый раз на фестиваль-то фольклорный, она как бы. Мы ее не везли в том году. Она уже в том году была, но мы ее не повезли. Но когда мы мэру на фуршете нас приглашали на встречу к мэру, когда спели один припев, куплет с этой песни, мэр города Коварный, Нина Ставрева, организатор этого фестиваля совместно с Ильей Луковым, она очень. Они все эту песню знают, все любят нашу Софию Тару, ее знают, наверное, я не знаю, во всем мире. Они сказали: ребята, привезите ее. Мы говорим: она же не фольклорная. Они говорят: ничего страшного, мы на следующий год делаем такую номинацию, оригинальный жанр, привозите ее, выступайте с ней, мы хотим очень ее послушать. И я приехал, предложил Юлии Николаевне. Юлия Николаевна, конечно же, как активный наш деятель, да. Как творческий человек, да, Юлия Николаевна? Да, Юлия Николаевна. Загорелись глаза. И вперед, да, мы подготовились. Я думаю, что Юлия Николаевна может рассказать, как мы готовились к этому. Но прежде чем Юлия Николаевна будет рассказывать, может быть, мы посмотрим фотографии. У нас есть фотографии, которые вы привезли с фестиваля, чтобы наши телезрители не только любовались вами, но еще и увидели, как это было. Я хочу попросить нашего режиссера Вадима Кирчева. Вадим, будьте добры, покажите, пожалуйста, эти фотографии. Анатолий, ну а вы это, комментируете, хорошо? Это наши коллективы, вот как раз, да, это мы в гостинице отдыхали, где мы жили. Вы поехали такой большой дружной семьей. Это мы танцевали на открытии Гуляму Белгарскую хоро на площади, более 2000 человек. Это вот как раз, вы можете видеть номер, остановитесь немножко. Ну, фотографии быстро идут, потому что время эфирное ограничено. То есть здесь показано... Парк, где мы жили, это памятник Василию Левскому. Перед этим мы видели номер, как раз именно «Штыркал на покрыв», так называется эта песня «Аист на крыше», которую мы представляли. Мы в течение этих двух дней, трех, успели побывать в город Варны, в Гарну, поехали. Вот мы сейчас в Варне, да, возле кафедрального собора. Какой огромнейший могучий собор. Да, очень-очень впечатлительный. Это мы, наверное, после представления как раз буквально фотографировались. Это этнографический музей в городе Коварна, старинная болгарская кышта. Это вот тоже часть хоро танцуем на площади. Прямо на площади в городе, да? Да, при открытии очень колоритно это все. Более несколько тысяч человек сразу танцуют танец. Вот, вы можете видеть здесь, вот как раз, вот открытие, вот идут эти танцы. Это мы здесь представляем Малили, нашу песню, совместно с «Золотой колосок» и «Чечулички». Это, опять же, фотографируемся после концерта, после представления. Ой, как красиво. Это, да, красивые очень деревья. Мы так и не поняли, как они называются, но они очень красивые. Сейчас вся Болгария в них цветет. Вот мы здесь с кубком, с грамотами. Это вы уже победители. Да, фотографируемся, стоим. Ну что ж, спасибо вам, Вадим, что вы показали фотографии. Итак, Юлия Николаевна, мы даем вам слово. Будьте добры, как сказал Анатолий, вы схватываете на лету, но не только схватываете, это не пролетает мимо, а вы свои цепкие руки хватаете и реализуете в жизнь. Наверное, да. Я очень люблю такие необычные подходы, поэтому, когда Толя предложил сделать постановку на песню «Аист на крыше», тем более, что она была переведена на болгарский язык, и я скажу, что на болгарском языке она звучит ничуть не хуже, чем в оригинале. И очень было интересное исполнение детей. Были солистки более старшего возраста, соответственно, это более такие поставленные взрослые красивые голоса. Были детский, так сказать, ансамбль, который выступал больше как хор, наверное, который подпевал. И, конечно, мне туда прям душа просила, чтобы поставить танец. Для этого танца мы специально подготовились, закупили новые костюмы, белоснежные, красивые, чтобы дети действительно напоминали тех самых птиц, о которых поется. И актуальность темы, безусловно, она притягивала, она, душа к этому рвалась, потому что кому как не нам сейчас говорить о мире во всем мире, и когда это говорят дети, мне кажется, этот посыл, он должен быть услышан, наверное, даже Богом, когда дети просят, что хотят, чтобы был мир во всем мире. Постановка сильнейшая, наверное, эмоционально, потому что большое количество детей с их яркими, красивыми глазами, широко распахнутыми, мы старались, как руководители и вокального коллектива Ольга Хорева, и я, мы старались детям объяснить, конечно же, о чем они поют, о чем они танцуют, чтобы они не просто
просто механически выполняли свою работу, чтобы они прочувствовали, чтобы они дали эту эмоцию, передали людям. Поэтому, именно поэтому, я думаю, этот номер стал знаковым, и благодаря ему ребята привезли победу, потому что именно этот номер был отмечен в оригинальном жанре как лучший на фестивале, учитывая то, что там было огромное количество участников, то я считаю, что это действительно достижение и победа. И так как, если вспоминать, мы когда-то были на эфире, говорили про нашу поездку в прошлом году в Балтике, мы возили туда украинский танец, тоже который шел вне конкурса, но, наверное, это лично мое желание. Спасибо Анатолию Волчу, который его поддерживает, потому что мне хотелось показать нашу страну, мне хотелось показать нашу культуру, и там тоже это было воспринято на ура. Точно так же, как и был воспринят этот номер. Я планирую и надеюсь, что мы будем в этом русле продолжать удивлять мир и показывать, насколько талантливые дети, руководители в Украине, насколько у нас высокий уровень культуры. И насколько сильны болгары, которые живут здесь, в Николаевской области, да, Анатолий? Какие они талантливые. Вообще, да, я вам скажу, это очень приятно, конечно, что мы поддерживаем, скажем так, знамя болгарской культуры в Украине. Справедливости ради надо заметить, что все украинские коллективы представились очень сильно. Бессарабия, как известно, там очень большое скопление болгарской диаспоры, очень сильно представилась. Было, там в рамках фестиваля было еще несколько номинаций. Было дефиле, лучшие болгарские костюмы для женщин и для мужчин. И был такой конкурс, как надигравани. Надигравани – это болгарский танец речениса, он более сольный. Хоро, если это коллективный танец, то речениса – это либо парный, либо сольный танец. Вот в этом году это было сольное. Девушки с девушками надигравали друг друга, то есть кто кого переиграет, да, можно понять и по-русски, и парни. И несмотря на то, что были болгары с разных других стран, и той же самой Болгарии, которая, казалось бы, кому как не им, да, знать, что это. Но представители Украины выиграли и в надигравании, и в дефиле. Фактически мы все лучшие, то есть, Анатолий, все лучшие места Украины. Мы Украину представили очень достойно. Я так поняла, что представители Украины болгары, они больше болгары, чем болгары, которые живут в Болгарии. Может, перенести Болгарию сюда? Может быть. Я бы не хотел так утверждать, что мы больше болгары, чем они, но в принципе где-то в этом есть доля правды. Почему? Потому что я не могу от себя так говорить. Это будет самонадеянно чересчур. Но сами болгары, да, в самой Болгарии, местные болгары, они говорят, вы более болгары, чем мы. О, видите? Это они говорят, видите? Да, это их слова. Я не хочу такого. Да, так, ну что, действительно, уже говорим, мы говорим правду, это правда, друзья мои. Конечно, это правда. У нас сохранено больше традиций, быт, культура, все это более сильно сохранено. Люди держатся за это, реально держатся. Анастасия, вы принимали участие, вы участница ансамбля «Золотой колосок», которым руководит Юлия Николаевна, и вы тоже танцевали вот эту замечательную, пели песню и танцевали этот танец «Аист на крыше». Да, мы танцевали. Вот Юлия Николаевна говорила, что очень важно было, чтобы вложили юные участники свои эмоции, свое сердце. Вкладывали сердце? Естественно. Мы очень долго над этим работали, с девочками разговаривали об этом, то есть чтобы это все не было впустую, чтобы мы ехали и танцевали, и людям передавали танцем то, о чем мы чувствуем, то, о чем мы хотим им, ну, доказать, показать, чтобы они сами это прочувствовали. Вот как интересно, действительно, передать танцам эмоции. Кроме того, что танец – это нужно обязательно продемонстрировать свое умение хорошо танцевать, но еще и эмоционально станцевать. Это вдвойне сложнее? Да. То есть Юлия Николаевна... То есть это не просто, этому нужно учиться. Этому нас учит наш художник Ревник. Учит или муштрует? Учит. Ну, раз мы уже говорим правду в нашем эфире сегодня. Она нас очень добрая, она наша вторая мама, мы ее очень любим. Она нас не гоняет очень сильно, она к нам ласкова. Ну, со строгостью, то есть все не так просто. Настоящая мама. Да, настоящая мама. Юлия Николаевна, вы используете такую, да, методику кнута и пряника? Я их очень люблю. Я просто стараюсь объяснять детям, что им это надо.
чтобы они шли не как на какую-то каторгу, где их будут отругать, а чтобы они с радостью прибегали. Понимаете, мы, в принципе, вот у нас Терновка, это такая действительно одна большая семья, и вот это сотрудничество между всеми культурными центрами можно проследить, и, наверное, это мы несем и в коллектив. То есть у нас есть библиотека, школа искусств, дом культуры, у нас есть болгарские общества и детский сад, общеобразовательная школа. Мы все сотрудничаем, и это действительно так. Мы все собираемся на совещания, мы решаем, как мы сделаем общий продукт. Любые праздники мы всегда взаимодействуем, поэтому когда мы ехали на этот фестиваль, мы отправляли детей, потому что я, к сожалению, не поехала. Это было, как говорится, с миру по нитке, но, наверное, где-то так, потому что к этому процессу подключились все, начиная от нашего управления спитань культуры, это охорона культурной спадщины, под руководством которого мы функционируем, Дом культуры, это было разрешено дать детям костюмы, потому что, к сожалению, естественно, финансовая база, материально-техническая, у обществ небольшая, скорее всего, своими силами. И я вам скажу, что на помощь ринулись все. Абсолютно поддержали. Нужны были костюмы, да. Дому культуры дали разрешение, естественно, помочь. Мы помогли костюмами. Наши замечательные депутаты, наши помощники, депутат областной рады Иванова Надежда Валерьевна, она нам оказала очень большую финансовую помощь, потому что, да, основную часть оплатили родители поездки. Мы максимально постарались, чтобы поездка была минимально по затратам, но все равно не получилось, что-то не поместились, и с криком о помощи нас услышали, нас сразу же среагировали и нам помогли. Нам помогла очень депутат городского совета Ласурия Светлана Анатольевна в оформлении документов. Это тоже все финансовая затрата, временная. И когда каждый человек хочет, знаете, не просто для галочки, не просто словами, а действительно, как вот одна семья, когда брат помогает брату, и не потому, что хочет как-то нарисоваться, а потому что так надо, потому что по-другому быть не может. К счастью, мы все работаем именно вот в этой атмосфере, и это огромное счастье, потому что кто бы из нашего вот этого маленькой ячеечки куда-то на фестиваль не отправлялся или не было бы какое-то событие, все аккумулировались и помогли. И это действительно так, и я хочу еще раз сказать огромное спасибо, так как мы с Анатолием Волча во время этой организации знаем все вот эти вот закулисные моменты. Это все очень сложно, и эта помощь – это огромная лепта. И я искренне от всего сердца хочу поблагодарить. Как это приятно слышать слова благодарности, когда действительно есть помощь, есть поддержка. Я хочу добавить, что это уже стало хорошей традицией, такая вот командная работа. Все работают в одной упряжке. Нам помогли, спасибо огромное и Ивановой Надежде Валерьевне, и Ласурии Светлане Анатольевне, они большую помощь оказали. Также нас поддержал и помог нам Димитров Михаил Федорович, наш тоже болгарин, куда же без Михаила Федоровича? Наш начальник областного управления культуры, национальности и религии. Огромное им спасибо, весь их коллектив, они нам помогли тоже, потому что не все получалось. Паспорта не успевали немножко сделать некоторым деткам, помогла и фискальная служба. Все помогли. Реально очень хорошо получилось в плане того, что... Ну, в общем, помогли. Объединение – праве сила. Так да. Болгары говорят. В объединении – сила. И вот в этом и есть наша сила, в том, что мы работаем все одной командой. Это здорово, когда одной командой. А вы, Анастасия, чувствовали себя членом одной команды, особенно когда поехали на фестиваль? Потому что нигде, как именно в дороге, остро чувствуешь, либо есть команда, либо нет команды. Я скажу о том, что мы с младшими чучеличками. То есть они как детки, мы как более, ну, взрослые дети. Вы тоже детки, но уже чуть-чуть постарше. Да, мы более взрослые детки, да. То есть мы как-то быстро нашли общий язык, играли в различные игры, общались, что-то обсуждали, друг друга поддерживали в каких-то проблемах. То есть мы... Опекали малышей, да? Да, мы сразу быстро нашли контакт. Также мы ехали в автобусе с коллективом «Камчик» из... поселка Зари Одесской области, вот,
как-то мы с ними, ну, не со всеми, как бы, но были девочки, дети, с которыми мы тоже быстро сдружились. То есть, ну, они как бы, они уже болгары больше. То есть, они все разговаривают на болгарском языке. Да, они все сохраняют и чтят традиции болгарского народа. Вот. И как бы мы с ними быстро сроднились. И то есть, было очень приятно, что как бы мы все везем болгарскую культуру в родную же Болгарию. Вот, и как бы у нас все сложилось, мы друг другу помогали, друг друга, естественно, поддерживали на фестивале, очень за друг друга переживали, и нам безумно понравилось, что есть такие коллективы. Да, вот видите как. Анатолий, но фестиваль завершен, очень большая работа проделана, сожжено немало эмоций, нервов, но вы никогда, насколько мы знаем, болгар, не останавливаетесь на достигнутом. Понятно, что вы начинаете уже подготовку к новому фестивалю, который будет в Коварне, а еще вот здесь, в Николаеве. У нас помимо... С чем обрадуете? Очень много, благодаря каждой поездке, это, как знаете, еще каждый лесенку по ступеньке добавляем. В каждой поездке это еще одна ступенечка в нашей лесенке культурного роста. В этой поездке мы опять познакомились с очень многими новыми людьми, которые в той или иной степени могут быть полезны для развития, общего развития. Мы им помогаем, а не нам. Мы своего рода, даже, можно сказать, это где-то до смеха доходит, что я... Приезжая из Украины, знакомлю болгар в самой Болгарии, которые живут в одном городе. Вот, например, в этот раз был ситуация в Варна. Вы знаете, вот как вот на Сицилии вот есть люди, ну не будем называть в эфире, как они называются, но они держат в руках все нити. Все нити — это вы? Ну, получается, отчасти где-то как-то и так получается. Но это реально смех смехом, а это правда. Потому что реально есть люди, которые занимаются очень активно культурной деятельностью, поддержкой, развитием, возрождением болгарских традиций. И они живут в одном городе, вот Варна, он большой город. Они друг друга не знают. И, но я благодаря... Есть Анатолий Волча, который знает. Я их в этом году свел, да. Вот познакомились с очень такой колоритной женщиной, хайдуткой так называемой. Хайдуты – это народные повстанцы. Они занимаются восстановлением вот этих всех традиций, обрядов, обычаев. У них целое сдружение большое в Варне. И я их познакомил между собой. И эта женщина нас пригласила сейчас на очень хороший, в Жеровна есть такое село, очень колоритное, аутентичное село, где сохранено все абсолютно в первозданном виде. Нас пригласили на этот фестиваль. Сейчас мы об этом думаем, как это, понятно, что вы понимаете, организационные моменты, финансовые, все остальное, временные и так далее. Но очень заинтересовало, почему? Потому что я еще, например, на таком фестивале не был. Фестиваля, уникальность фестиваля в том, что туда можно попасть только, во-первых, будучи одетым в болгарский костюм, и, во-вторых, на тебе не должно быть ничего современного. Там нет ни электричества, нет ни часов, нет ни телефонов. Туда с телефоном не зайдешь или с фотоаппаратом. Понимаете? То есть, и там люди несколько вопрос. Дней... А белье? Несколько дней люди живут в условиях, скажем так, возвращаются люди в прошлое. И таким образом, более полно могут ощутить на себе дух той атмосферы, которая царила в средние века. Анатолий, у нас остается 2 минуты до эфира. У вас есть еще что сказать телезрителям? Да, у нас еще есть хороший анонс. Я хочу пригласить всех николаевцев, гостей города, жителей. 24 мая, все, думаю, знают праздник святого Кирилла, равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Это создатели славянской письменности, День славянской письменности и культуры. Когда-то этот праздник проходил, будет целый ряд мероприятий по всему городу, будет проводить и Совет национальных меньшинств Николаевской области, будет проводить, и самое главное мероприятие, событие будет 24 числа, 4 часа дня в Терновке на центральной площади микрорайона. Мы будем проводить празднование этого праздника. В этом году у нас будет своего рода расширение. У нас будут с нами будут представители польской громады, и белорусской, и украинской, естественно. И не смогли, как всегда, не удержались, пригласили наших братьев и сестер из Татарбунарского района. Это тоже хорошая уже традиция, приглашать всегда болгар с какого-то другого населенного пункта для обмена опытом, для усиления концерта, для яркости, красочности. Для того, чтобы наши дети могли знакомиться, перенимать этот опыт и продолжать дальнейшее плодотворное сотрудничество. Приедут очень колоритные коллективы. Будет, конечно же, представлена болгарская, украинская и другие национальные кухни.
Будут выставки в рамках этого. Но это не фестиваль, это праздник. Это праздник, да. А фестиваль мы готовим 24 июня. Мы возродили очень хорошую традицию Энюфден. Это болгарский народный обрядовый праздник солнцестояния, который проводится 24 июня когда самый длинный день в году. Мы его проводим на берегу реки в форме народных гуляний, но в этом году мы немножко выходим уже за рамки этого, перерастаем. С Юлией Николаевной у нас родилась эта идея, и мы совместно сейчас хотим сделать первый межобластной фестиваль. Он будет областной, но будет в любом случае уже из других областей, потому что опять же пригласили болгар. Но это 24 июня, июня, да? Да, так... я делаю такой, немножко забегая вперед, анонс. Будет, мы еще потом будем добавлять эту информацию. Да, тогда мы уже более детально обсудим это чуть позже, потому что время сегодняшнего эфира истекло. Друзья мои, спасибо вам большое, что вы пришли, что вы поделились. Анастасия, Юлия, Анатолий, спасибо. И творческих вам, конечно, дальнейших успехов. Друзья мои, фестиваль с Болгарией в сердце в городе Коварно закончился, но жизнь продолжается, и продолжается подготовка к новым фестивалям, к новым вершинам. Це була розмова на тему. На все добре.